Кто качественнее и больше всех положит кирпичей? В Чувашии за звание лучшего боролись каменщики. Кому-то из будущих жильцов нового города повезло. Сегодня лучшие каменщики республики возводили наружную стену одного из домов микрорайона. Таково задание конкурса. Данный конкурс у нас уже стал традиционным, проводится он ежегодно. В этом году принимают участие у нас 7 звеньев, представители 5 организаций. По итогам конкурса будут определены лучшие мастера своего дела. Евгений Васильев – один из самых опытных участников. В прошлом году именно его признали лучшим в профессии. Ну, мне нравится, вот на природе работаем. Его самый молодой соперник Юрий Игнатьев участвует в первый раз. После школы закончил строительный техникум, получил квалификацию каменщика. Поднял много домов, очень не знаю, сколько наличия. Своего нет, ну, пока в строительстве только. На конкурсе каменщиков оценивается организация рабочего места, соблюдение техники безопасности, объем выработки за определенный промежуток времени и, конечно же, качество выполненных работ. Помимо почетного звания, победителя этого года ждет денежный приз. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.